Ирина Морозова более 20 лет собирала секреты изготовления обережной одежды по всему миру. Узнавала о древних традициях, техниках кроя и значениях цвета в каждой детали. Ее старания были не напрасны. Идея нашла свое воплощение. Так появился патриотический проект «Золотое время». Наш проект «Золотое время» получил поддержку фонда президентских грантов по развитию гражданского общества в 2023 году. И, в общем, для нас это было очень неожиданно. Мы приступили к покупке ткани, потом украсов, начали готовить новую программу. Валентина Синько, как и остальные участницы проекта, давно интересуется русскими традициями. При изготовлении своего костюма учла даже направление швов и особенности шитья в разных регионах России. И рязанские, и костромские, и тамбовские. Мы все воплотили. В них у каждой нашей персоналии, нашей участницы, свой отдельный костюм. Но мы не привязаны к какой области. Знаем, показываем, что разнообразие наших областей, наших богатство нашего русского народного костюма. В древности считали, обережная одежда как вторая кожа. Ее задача – защищать своего хозяина. В планах у коллектива – путешествовать по всему миру, чтобы как можно больше людей увидели их коллекцию одежды и украшений. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».